как всегда, в темном углу этого с вами Спунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. В прошлой серии мы нашли какую-то странную веревку, которая может мне для чего-то понадобиться. У меня есть фонарик и еще пару ненужных вещей, которые я совершенно без понятия, куда и зачем мне использовать. Вот как мне эту веревку применить? Сюда, надеюсь. Похоже, это не работает. Нет, не сюда. У меня в прошлой серии кончились мысли, что мне вообще надо делать. Зачем я вообще все это проверял? Это глупо было. Ладно, пойдем еще раз по дому пройдемся. Может быть, я что-то да найду. Вот это внизу что? Ключ нужен. Внизу там какой-то код или что это такое? Датчик какой-то. Он же там неспроста. Тоже нельзя ничего с этим сделать. Там за окном что-то было? Там что-то появилось? Нет? Надеюсь, что нет. Карандаш, фонарик, который не работает. Сухая губка и веревка. Для чего это все можно применить? Здесь мне нужен специальный ключ. И я тогда достану гаечный ключ. Который мне тоже нужен. Ну-ка, я оттуда все достал. С самой первой комнаты. Может быть, здесь все-таки что-то осталось. Что-то я... Мне здесь больше ничего не нужно. А, да, тут есть какой-то веник. Веник, который... С ним надо что-то сделать. Может быть, вот так? О, веник. У меня есть веник. Теперь давайте разбираться, для чего мне веник нужен. Вы можете себе представить вообще, для чего он может понадобиться? Веник, веник, может в холодильнике паутину согнать? О, и вправду. Что я получил? Я получил отвертку. Как у меня все хорошо получается. Пошли сюда. Теперь я здесь могу использовать отвертку. Чего? Да ладно, как так не работает-то? Подстава, я тут думал, у меня уже все схвачено, я понимаю все на лету. Ну, так этой же отверткой тоже можно было открутить. Ой, я вниз спустился. Что за... А, я все это разгребаю. Или нет? Хоп, бензинчику нашел. Там, кстати, он что-то лежит. Кусок веревки. А он мне разве не нужен? А этот кусок веревки-то мой. И зачем он здесь? Или у меня ее не было? Нет, она у меня была в инвентаре. Восстановите картину, расставьте часть изображения в правильном порядке. Опять пазл собирать. Это тут как-нибудь есть, там, типа, это, по прямым линиям, что-то типа такое, нет? Мне нужно как-то сообразить, как это собирать. Но надо сверху начинать. Все вот это вниз перетащить. А тут вроде и так все легко и понятно. Это по-любому отсюда. Да, у нас прям сразу сюда и крепится. Это по-любому отсюда. Это по-любому отсюда. Ой, я быстренько так хоп-хоп-хоп. Пошло дело. Сейчас быстренько все это и соберу. Детали одна за одной, одна за одной уходит. Прям беру ее в руки, она сразу же исчезает. Такое ощущение, как будто я уже по второму разу собираю. И сюда нужна как раз деталь вот эта, да? И что мне это дало? Я записал что-то в дневник. Кстати, надо дневник посчитать.
Картинка была разорвана, хорошо, что я смогла собрать ее почти как детский рисунок, но немного странный. На пятом месте. На, и в таком положении звезд. А нет, кстати, там еще что-то на картинке было. Да я в дневник хочу, нафиг мне твой карандаш нужен. К чему это все? Ладно, я пока, наверное, не пойму, пока не встречу. Что за гид? Ну и пофигу. Это не есть хорошо. За мной кто-то наблюдает, что это очень страшно. Слишком темно, чтобы разглядеть там. Это же любимое кольцо Хизер, не могу достать. Мне, кстати, отвертка до сих пор нужна. А, ух ты, а ты что такое? Ключ от часов. Да ладно. Пошли пока дальше пройдемся. Шелест листьев почти заставляет меня забыть о том, что я здесь. Интересно, как остальные могут жить своей жизнью, просто наслаждаясь ей? Интересно, как там Холли? Мне так жаль Хизер. Ей было здесь так одиноко. Снова я видела какое-то движение среди деревьев? Да ладно. А я не видел. Я хотел бинокль взять. Холли, ты зачем меня так пугаешь? Я, конечно, видел в заставке, что за мной кто-то наблюдает, но, блин... Лучше вернуться в дом. Но мне надо... будь у меня ведро, я могла бы опустить его туда. Больше здесь ничего такого не вижу. Да, снова я видел движение. Ладно, валим отсюда. Я потом все равно еще сюда вернусь. Что там такое зеленое блестит? Вы видите? Он прямо вон там. Что это? Застучи мне чей-то глаз. Что я вообще насобирал? Что, бензин для зажигалки? Ладно, пойду и достану. Гаечный ключ из часов. Бинокль можно сюда применить. Мне похоже, здесь сюда стрелку надо будет притащить. Что это такое, че? Одной руки не хватает. Руки? Вы уверены, что руки, а не стрелки? Так, а для чего мне нужен был этот... А, все, вспомнил. Там надо решетку уже открутить. Я не люблю ванны. Там еще со времен... демо-версии пути как-то мне здесь вообще не нравится. Особенно еще здесь и зеркало есть. Ну давайте в него посмотрим, конечно же. А, не, я не буду туда смотреть. У меня есть бензин для зажигалки. Оно больше не прячется. Что-то стояло в углу гостиной, наблюдало за мной. Мне не хватило духу включить свет, и я просто убежала на второй этаж. Оно последовало за мной, я слышала скрип ступеней за спиной, но не посмела обернуться. Я нашла страну из дневника... А, я нашла страницу из дневника сестры. Во. На крыше... А это же случай... Ничего-то не хватает. А чего здесь может не хватать? Может, карандашка? Я хотел вообще в зеркало посмотреть. Не, нельзя, не разрешают. Что это такое? Пятновыводитель, кстати.
спички. Зачем они мне, если у меня есть зажигалка? А, ну да, я же здесь должен ребус какой-то решить. Это мыло присохло к мыльнице. Я пока не знаю, как ее достать. Свеча. Да ладно. Что здесь такое? Вентиль пропал. Почему я не могу это открыть? Что за... Слишком темно. У меня там фонарик был. Вот если бы я просто так вещи не использовал, я бы мог ими пользоваться по несколько раз. Изолента. Нужно сначала починить тую, прежде чем включать воду. И вентиль еще к тому же нашел. Что это он за рука такая? Мне еще к этому надо что-то применить. Я руки что ли помыть хочу? Это я опять не догоняю, для чего я все это делаю. Для этого. Но я потерялся, что я хочу сделать. О, я пробку нашел. Странно выглядит. А, подождите-ка. Странно, мыло выглядит, как будто внутри что-то есть. Так я же должен как-то применить. А, у меня просто магнит не высвечивался. Это может быть полезно. Фен? Он сухой, но лучше сначала вынуть провод из розетки. Давай вынем. В ванной делает включенный фен. Похоже, он не работает, но он сухой. Я могу попробовать его починить. Надо поискать инструкцию. Мне еще инструкцию надо найти. Как фен чинить? А чем тебе его вообще чинить? Моя сестра была напугана до смерти. Она навесила кучу замков на двери в подвал и заперлась в спальне. Но что-то смогло пробраться к ней. Ха-ха-ха! Нифига себе! Смотрите, там следы еще. Причем от ботинок. Похоже, это кто-то живой все-таки был. Я там нашел фигурку. Здесь прям кто-то лежит. Что здесь? Выпали, да ну нах! Кто-то в комментариях писал, что в этой игрушке нет скримера. Так как я человек очень чувствительный. Фух, я-то ему поверил, а? Вот я даже ему плюс поставил, то что он хоп написал здесь, то что здесь нет скримера. Я уже не боялся, ну чё-то как-то этот скример на меня плохо подействовал. Оно пытается войти в комнату, я видела, как ручка двери двигалась, мне страшно войти. Пожалуйста, помогите мне. Я нашла эту страницу из дневника сестры. Она определенно писала это в спешке. Она была напугана кем-то или чем-то, что пыталась попасть в ее комнату. Неужели она сошла с ума здесь? Я не знаю, так мы же хотели открыть. Надеюсь, вы спали хорошо. Мне теперь точно будут сниться кошмары. Ключ от сейфа. Давай обратно это накроем. Это что-то произошло в этом доме. Да ладно!
Ты так думаешь? Это только твое предположение, что здесь что-то произошло? Так, я, кстати же, там эту нашел. Как его? Доступные действия, местоположение. Не-не-не-не-не. А как мне теперь коллекцию открыть? Меню? Может, нет, это я выйду. Блин. Я говорю, не надо было отключать там. Теперь мне придется выходить. В конце серии, короче, я буду читать про это все. Что там такое? Спрей ржавчины. Мне нужен пакетик для ее волос. Да ладно. Темный проход ведет вниз. Так, там что-то есть. У меня был фонарик, мне надо его забрать. А, у меня зажигалка есть, кстати. Проход, кажется, тянется в бесконечность. Охренеть, у меня предметов. Охренеть, у меня предметов. Больше ничего нету. Мало ли, может, я что-то упустил. Кит, он мне не нужен. Так, ладно. Пошли к сейфу. К сейфу. Где тут у нас сейф? Вот здесь. Я же от него ключ нашел. А почему? Череп? Похоже, что на вырванной странице что-то было нарисовано. Будь у меня карандаш, я могла бы восстановить рисунок. Восстановить изображение, двигать карандашом, чтобы закрасить до тех пор, пока отпечаток не будет виден. Окей. А обязательно мне это делать вручную? Это же идиотизм. Это так тупо. Вот этого можно было и не делать. Ну-ка, дай-ка я возьму мышку. И сделаю все это по-быстрому. А то на джойстике я охренею. Да, с мышкой это намного все быстрее. Ну, у меня получилось. Что это такое? Ну, я на рисунок. Это подсказка. Да ладно. Мне надо найти таких черепов еще 7 штук. У меня есть чем я могу достать оттуда что-то? Черепа, 7 штук. Это, наверное... Для какого-то кровавого ритуала он мне потом понадобится. Так, что у меня вообще есть? Пятновыводитель. Пошли на первый этаж. Я знаю, откуда можно это пятно вывести. Это человеческий зуб? Надо же, это не просто было похоже на зуб, это и есть зуб. А я могу этот лед зажигалкой растопить? Спрей от ржавчины. Не работает. А, я могу это феном растопить, но для начала мне надо найти инструкцию. Куда вообще все это можно применить, а? Здесь у меня, кстати, еще что-то есть. Ух ты. Понадобится инструмент, чтобы убрать листья? Ты прикалываешься? Инструмент, чтобы листья убрать. У тебя ботинок для чего? Или ноги тебе для чего? Ух ты, а я это проглядел, да? Ржавые ножницы. Я, кстати, знаю, для чего они мне. Я пойду кольцо достану. Пока могу. Я, кстати, совершенно не представляю, для чего мне нужно. Могу поклясться, что кто-то был секунду назад тут, вот именно прям. Не надо ничем клясться, я тебе верю. Так, я еще здесь должен что-то найти. Так, где у меня там комната?
Ручка от колодца? А там еще и ручки не хватало, не только ведра. А, кстати, может, с помощью бинокля смогу разглядеть, что там на деревьях? А я уже спрятался за микрофоном. Я подумал, сейчас опять что-то выскочит. Но это подсказка, как мне стрелки надо подставить. У меня вообще второй стрелки нету. Так. Надо посмотреть, что у меня есть в инвентаре. Спрей ржавчины. Для чего он может мне быть нужен? А, ручка от колодца, кольцо, зуб, череп и сухая губка. Я даже не знаю. А здесь у меня что было? А, да, тут замок же заржавел. Если так быстро подействовал. А что это? Инструкция к фену. О, вот ты где. Блин, да почему я все время нажимаю на селек, думая, что это мне карту откроет? Так, у меня есть инструкция. Надо ее, наверное, прочитать, да? Как там учинить-то? Верните детали на свои места, чтобы получить фен. А, починить фен. Ориентируйтесь с помощью инструкции от фена. Угу. Как мне определить, где какой здесь был? А, они сами встают, куда надо. Не, ну фен починить не так уж и трудно. Если бы и в жизни было все так же просто. С этим никак взаимодействовать нельзя, но вроде все, фен починен, я все сделал, разве нет? А теперь должен быть фен в инвентаре? Нет? Я что-то еще не доделал? Чего-то здесь не так, как должно быть. Я все эти даже использовал. А. Это может быть полезно. Я знаю. Мне надо теперь в ванну вернуться. Или что это такое вообще за комната? Я в ванной был. Ведро получил. Не имеет смысла сейчас выключать морозилку сейчас. Не имеет смысла выключать ее сейчас. Понадобится несколько дней, чтобы лед растаял. А почему у меня тогда подсвечивалось? Место. И это до сих пор место подсвечивается. Ладно, пофигу. Надо по карте посмотреть. А, ну да, я еще здесь есть что сделать. Не, он там на шкафу кот висит. А, зуб-то здесь до сих пор лежит, хоть я его и поднял. Пошли за ведром. Так, куда мне здесь ручку-то присобачить надо? Не знаю. А куда здесь ручку-то присобачить? Я больше никаких действий здесь не... Ух ты, что это там было?
знать, да. Этот клон Хизер получил от нашей матери. Как он здесь, наверное, оказался, там еще было написано. И для чего мне его использовать? А вот теперь я в тупике. Я как бы думал, что я смогу что-то полезное для себя найти. Но я получил только кулон. И у меня теперь доступны действия только здесь. Так, у меня что у меня вообще есть? Сухогубка, отвертка. Зажигалка, ну-ка. Я как-то с раковиной контактировать. Вода все еще идет, не могу. Я могу набрать здесь воды и намочить что-нибудь. Губку, да? Я здесь могу намочить. Угу. Хм. Для чего она мне может понадобиться, эта губка? На всякий случай все ящики еще раз проверю. Мало ли, может что-то здесь понадобится все-таки. А здесь я уже все сделал? А, да, мне же еще вот эту штучку надо открыть, заржавело. Отвертка не подеть, зажигалкой тоже ничего не сделать, зуб никак. Не. Я никак с этим взаимодействовать не могу. Не, я не туда хотел. Я хотел сюда. Мне же надо... Может, кулон как-то подойдет, не? Я без понятия. Надо еще с листьями что-то сделать. Да, мне понадобится код, чтобы открыть этот замок. Зачем ты его вообще взял? Зачем ты мне на отвертку показываешь? Чем она мне сейчас поможет? Ну-ка. А, ну, может быть, из-за того, что здесь. Надо протереть стекло. Точно. Один, семь, два, три. Рисунок кажется знакомым, и тут есть какое-то число, кажется, что-то важное. Ясен пень, что важно, я даже знаю, от чего это. Один, семь, два, три. Так, на меня оттуда ничего не выскочило, это уже хорошо. Я не могу открыть это своими руками. Сколько я уже в этом доме дерьма сделал? Я, по-моему, здесь уже все переоткрывал. Что это? Карета. И стрелка. От часов. О, вот это уже полезно. А, я, кстати, и допёр, куда мне кариту надо использовать. Так. Как там было? Надо еще раз пойти посмотреть. Что-то вроде вот так как-то. А, я уже открыл. Еще один череп.
Может быть, я найду недостающую эмблему? Может быть. Так, наверху там карета была. Где-то вот здесь же. Вот в этом месте. Так, это было здесь. Здесь все правильно стоит, и тут. Звездочка активировалась. О, значок от ручки. А как все легко идет, а? Я могу свет выключить, а это же не то. Блин, как же это чучело меня пугает. Оно, блин, прям вообще ужасное какое-то. Зачем тебя сюда положили? Какой извращенец вообще ты сделал? Не кажется ли эта маска прикреплена на настоящее лицо, а не на манекен? Фу, ну и ужас. Да ну его нафиг, короче, валим отсюда. Где моя карта? Кукла, я смотрю, тебе тоже противно. У тебя же глаза красные. Ересь какая-то. Блин, хотя мне сейчас придется заходить в эту комнату. Там как-то, ну, неприятно. Про что я и говорил, что здесь прям, ну, вот прям совсем плохо. Свечи надо зажечь. А, только одну? Что это за ножи такие? А, здесь ключ. Ключи висят на некоторых ножах. Я не могу взять ключи, пока не найду способ вытащить эти ножи. А зачем тебе ножи вытаскивать, если ты можешь просто снять эти ключи с ножей? Ну ладно. Там еще что-то прикреплено. Она понимает меня. Она обещала помочь мне отомстить. Я была так одинока до встречи с ней. Что это значит? Хизер, мне жаль, что тебе пришлось пройти через это одной. Тебе тоже придется одной через все это проходить. Он вот он настолько глупой, что я не могу его даже сдвинуть. Очень жаль красивый кинжал. И вправду. Ух ты. Я какой-то ритуал проводить буду. Мне глаз надо вытащить. А где мне его взять? Мне расчески еще не хватает. И глаза. Ладно, так, я знаю, куда мне этот кулончик вставить надо. Там что-то мигало? Или мне показалось? А, кстати, в той комнате еще все-таки что-то могу сделать. Это расческа? Да. Мне глаза только не хватает. Может, мне череп понадобится? Ну-ка, я могу использовать череп? Я еще тут не доделал. А, я этими граблями... Точно, листья убрать. Я ее ходил как расческу использовать. Прекрасно. Поставьте руки на ладони и на правильное положение проведите дневник для Паскенск. Точно. А как здесь? Во. Ага, я понял тебя. А, мне прям так надо будет. Тут вроде... Как-то вот так надо. Или нет? Ага. И эту руку вот так. Не-не-не, не так. Я без подсказки вряд ли бы догадался, что здесь именно сделать надо. Я помню те очки, они любимые очки Хизера. Ой, я глаза нашел. И что мне остается?
Расчески-то у меня до сих пор нету. Ну-ка. Я здесь еще что-то не сделал? Да ладно. А что? А, че это я туплю? У меня же вот еще что есть. Может быть, там расческа как раз таки и висит. Тут и висит, лежит. А что мне дальше-то делать? Я вообще не представляю, я же вроде все уже сделал. Мне придется дом, что ли, обыскивать? Я этого делать не хочу. Да мне не нужно свечи поднимать, я хочу сюда очки положить. У меня только одна зажигалка и череп остался. Но черепа еще нужно 7 штук найти. Так, ладно, по всему дому у меня как-то нет желания искать эту фигню, так что... РТ, воспользуемся тобой первый раз. Прекрасная жуткая... Да ладно. Или подожди-ка. Что ты хочешь? Череп? Мне надо найти черепа? Или ты мне подсказываешь выйти отсюда? А-а-а, да ладно. Открывашка. Открывашка, мать его. А для чего мне может понадобиться? А-а-а, чё это я дублю опять? Я, кстати, уже находил же открывашку. Опять я бездарно вещи использую. Сохранил бы ее тогда. Сейчас бы не пришлось ее искать по второму разу. Пластиковый пакет. Это с ее волосами? А, нет, ее волосы я где-то находил в другом месте. Рядом с дырой, точно. Рядом с дырой. Теперь надо идти вниз, и что-то произойдет. Что-то страшное, что-то непоправимое, чего мне совершенно не нравится. А зачем я сюда-то опять пришел? Нафиг мне сюда, блять, волос нужно. Мне надо в комнату отнести. Там просто было, что я могу там что-то сделать. Я что-то и пошел туда на автомате. Так. Нифига себе, они упали. Ключи. 8 штук. Блин. Ровно 8, а? Мне придется спускаться в тот подвал. В тот, мать его, подвал. Вы понимаете, что мне сейчас надо сделать? Мне надо идти туда. Туда. Прямо туда, оттуда кто-то что-то идет, оттуда что-то рвется, и мне надо идти туда. Но это я уже сделаю в следующей серии, а сейчас подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, всем спасибо за просмотр, пока.